И вот мы ночью с Рахманиным возвращаемся с Пятого канала, и опять звонок от Юли. Ты не можешь в штаб приехать. Я говорю, я с Сережкой. Он говорит, ну, с Сережей приезжайте вообще. Я приезжаю, Сережа, мы приезжаем. Круглый стол на Борычевом таку. Все. Все есть, кроме Виктора Андреевича. То есть Зинченко, Бессмертный, Порошенко, Филенко, Юля. Ну, в общем, все, да, вот, и где-то там за дверью тень изрядно уставшего Немцова, вот, и вот мы с Сережкой садимся, Юля говорит, мы вас покликали сюда для того, чтобы вы нам сказали, что нам дали робити. Потрясающе. Это к вопросу о том, что Майдан был куплен, срежиссирован, спланирован экспромт. И так далее, и так далее. Все было экспромтом. Угу. Все было экспромтом. Вот. И готовили какие-то палатки, потому что понятно, что был бы протест, потому что были фальсификации. Да? Вот. Но то, что люди... И мы говорим, подожди, камон, ты сказала, что ты не можешь делать революцию с 2000, что тебе нужно 200. Вон у тебя на площади вообще 300 стоит. И ты теперь нас спрашиваешь, что делать? Ну, вы рідні люди, мы хочемо параду, ты что далі робити, да? Вот. И потом пошло обсуждение, что делать. Еще раз говорю, никто абсолютно не допускал мысли, что власть будет отдана мирным путем. И, вы знаете, разные идеи звучали. Вот. Правда, разные. От захвата, например, там, карандаша, вот, что не скрою, мы с Рахманиным предлагали вообще, вот, кто-то предлагал идти на администрацию, кто-то предлагал подрывать газопроводы, чтобы на нас мир обратил внимание вообще, вот, замерзая, вот, или еще. То есть там были, ну, никто не был готов к этому масштабу, mm-hmm. к тому, что столько людей придет, понимаете? Вот, и потом нужно было с этим что-то делать, куда-то их вести, создавать какой-то план, и Рахманин сидит и говорит, пишет мне вообще, как бы, они все народные депутаты. А мы с тобой наговорили на 12 лет строгого режима вообще. Понимаете? Но это никого не останавливало. Это никого не останавливало вообще на самом деле. Потому что мы совершенно четко понимали, что наше дело правое. Результаты только получились левые. Ну ничего страшного, что же делать вообще? Мы растем.